Ребята, всем привет. Это котенок Боречка, который доставлен был в тяжелом состоянии, слепой. Сейчас он частично различает свет, стало немножко лучше. В квартире сможет замечательно находиться. И сейчас он, ну, можно сказать, практически здоров, насколько он может быть здоров. Видит он очень плохо, но в квартире это не проблема. Вот такой замечательный котенок. Он похож даже на кого-то леопарда, ягуара, такая окраска. Он пока свободен, пожалуйста, бронируйте, будет очень хороший комнатный квартирный котенок. Ребята, котенок Боречка доставлен был в тяжелом состоянии с Борисполя. Его спасли в клинике «Рыжий кот». Сейчас вот он готов уже к выписке. У него один глазик отсутствует, второй видит очень плохо, но в квартире это проблема ему не будет. Пожалуйста, внимательно посмотрите и берите котенка в квартиру, в дом. Будем очень признательны. Спасибо рыжему коту.